Технология обмана не нова и во всех случаях практически одинакова. Неизвестные ходят по квартирам и устраивают так называемые собрания жильцов. Ведут себя при этом словно работники какой-то важной организации, контролирующей качество воды. Позвонили в дверь, я подошел, он издалека развернулся, а что я там прочитаю? Я говорю, что за вопрос-то у тебя? Он говорит, ну вот вопрос такой, говорит, по качеству воды. Я говорю, а вы-то кто? Ну вот мы хотим вам рассказать, но ничего не надо рассказывать. Я говорю, знаю вас таких рассказчиков. Информация о том, что в нашем городе вода непригодна для употребления людьми, мягко говоря, не соответствует действительности. В Ленинск-Кузнецком водоканале работает лаборатория, которая каждый день следит за качеством воды, подаваемой предприятием в город. Специалисты со всей ответственностью заявляют, вода, подаваемая по Томскому водоводу, на 100% соответствует санитарным нормам и требованиям. Контроль исходной воды из реки Томи осуществляется ежедневно. Каждые 2 часа делает цветность, мутность, запах и остаточный хлор. Если у нас идет коагуляция воды, то есть очистка воды, то значит проводятся остаточные реагенты. Полный химический анализ у нас делается раз в декаду. Это 3 раза в месяц. Но вообще наша вода хорошая. На самом деле у нас она по вкусовым качествам хорошая, по бак-анализу. Для бак-анализа это самый главный показатель питьевой воды, это уже исключает заражение инфекционными заболеваниями, и поэтому в этом составе у нас вода хорошая. В общем, употреблять холодную воду из-под крана ленинск-кузнечане, а также жители других территорий, куда поставляет воду Ленинск-Кузнецкий водоканал, могут без опасений. Что же касается покупки водных фильтров, то дело, конечно, хозяйское. Но делать это необдуманно нельзя, тем более срок у неизвестных людей и втридорого. В полиции советуют быть более бдительными и не поддаваться уговору мошенников, ведь неизвестно, чем обернется их визит в вашу квартиру. На данный момент, на данный день, заявлений либо сообщений от жителей города Ленинск-Кузнецкого по факту мошеннических действий с использованием водяных фильтров в межмуниципальный отдел города Ленинск-Кузнецкого не поступало. Не нужно пускать чужих посторонних людей в свои жилища, квартиры, дома. Все различные вещи нужно покупать только в специализированных, специальных магазинах с наличием сертификатов и соответствующих документов. Потому что в настоящее время в городе и в стране, в общем, орудуют мошенники с использованием различных предметов, которые предоставляют купить жителям за наличный расчет. Если же кто-то из горожан предполагает, что состояние внутридомовой системы водоснабжения ухудшает качество водопроводной воды в квартире или в частном доме, то приобрести сертифицированные фильтры можно в любом специализированном магазине города. Удивительно, но там они оказались дешевле. Причем на некоторые модели даже в разы. Кроме всего, впоследствии, если возникнут вопросы или претензии по качеству, то можно обратиться в то же торговое предприятие, которое никуда не исчезло, в отличие от продавцов из подъезда.